Как выяснилось, первую кражу злоумышленник вместе с двумя подельниками совершил 11 декабря у 58-летнего предпринимателя, а вторую спустя еще 4 дня. В 19:00 в микрорайоне Центральную дома номер 30 один из злоумышленников снял аккумулятор состоящего КАМАЗа, который принадлежал 37-летнему мужчине. Похищенное сдали в пункт приема металлолома в селе Покрово-Пригородное. Сразу после обнаружения пропажи потерпевшие обратились в полицию, где достаточно оперативно установили главного вора. Им оказался ранее судимый 29-летний житель поселка Строитель. Было установлено, что лицо, которое ранее привлекалось за аналогичный состав преступлений, так сказать, совершило вышеуказанное преступление. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ. В рамках материала дела проводится документирование материала. Подозреваемых опознали в пункте приема Чермета и подтвердили, что за аккумулятор заплатили злоумышленнику 2000 рублей. Общую сумму ущерба сейчас устанавливает полиция, но уже известно, что все деньги задержанный потратил вместе с подельниками.